Всем привет! Вы на канале «Современные родители». И я представляю вашему вниманию соковыжималку KidFord KT1111. Включите колокольчик и подпишитесь на канал, чтобы не пропускать выход новых роликов. Ссылки на магазины с выгодными ценами вы найдете в описании под видео. Не забудьте поддержать меня. Для этого ставьте лайки и пишите комментарии. Соковыжималка разбирается за считанные минуты, все съемные части легко моются, а в комплекте имеется удобная щеточка для удаления остатков мякоти из отверстий сетки фильтра. У прибора одна скорость работы и режим реверс – обратный ход, который пригодится в случае, если винт заклинит. Вы сможете с легкостью его прочистить, не разбирая рабочую камеру. Диаметр загрузочного отверстия 40 мм. Продукты следует предварительно нарезать на небольшие кусочки. Толкатель, который входит в комплект поставки, позволит избежать контакта пальцев с движущимися частями устройства. Шнековая соковыжималка KidFord KT1111 позволяет отжимать сок из фруктов, овощей и зелени. 60-80 оборотов в минуту – оптимальная скорость вращения шнека для бережного отжима. Сок не нагревается и не окисляется, сохраняя все витамины, аминокислоты и минералы. Процесс получения сока не займет много времени. Продукты подаются в лоток, измельчаются, а затем проталкиваются вперед. Проходя через фильтр, сок стекает в одно отверстие, жмых в другое. Весь процесс можно наблюдать через прозрачный отжимной блок. Ультрапрочный спиралевидный шнек-пресс захватывает, дробит и прессует плоды, подающиеся к нему через загрузочный лоток, в считанные секунды. Система автоматического отключения прерывает работу соковыжималки в случае перегрева мотора, однако не следует превышать рекомендованное время непрерывного использования, которое составляет 15 минут. Для сока и мякоти есть специальные пластиковые контейнеры. Сепаратор отделяет пену. Конечно, вы сможете использовать и собственную тару. Высота стакана не должна превышать 10 сантиметров. Я проанализировала отзывы и выделила основные негативные и позитивные моменты. Сейчас расскажу о них. Сначала отрицательные. 15 минут непрерывной работы. Остается мякоть в соке и пить неприятно. Очень медленно выжимает. Неудобно мыть ситечко. Жмых бывает не полностью сухой. Теперь перейдем к положительным. Тихая, шнековая, недорогая. Пропускает морковь, яблоки, картофель. Легко мыть. Простота использования. Легко собирается, разбирается, моется. Компактная, немного места занимает на кухне. Отлично справляется с работой, сок вкусный. Хорошо отжимает твердые фрукты и овощи. Красивый дизайн. Подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить выход нового обзора. А также делитесь впечатлениями в комментариях и поддерживайте канал лайками. В описании под видео вас ждут ссылки на магазины с лучшими ценами. До скорой встречи на канале «Современные родители».